Здравствуйте, сегодня передача у нас «Смак на колесах», и сегодня готовит носковичек на... Сальмонелла пилорамус, блядь. Вот, это так называется блюдо, но не каждый человек здесь может выговорить. Скажите, пожалуйста, вы как вегетарианка, скажите, пожалуйста, как вам сальмонелла пилорамус блюдо? Я нихуя не понял. Алла Елизаветовна, скажите, пожалуйста, как вам, кстати... Елизавета Викторовна. Да я что-то не... Как вам, кстати... Я готовлю пельмени. Не очень сальмонелла, поэтому я готовлю пельмени. Вы, Алла Викторовна, вас, скажите, вас не вдохновляет сальмонелла, пилорамус? Да, она как-то не очень выглядит аппетитно. Я лучше вот себе по... Вы знаете, ваши груди намного аппетитнее. Да, поэтому я лучше себе пельмешечки сварю, и даже груди лучше свои пожарю. Я даже груди твои сварю. Да, я бы тоже бы ваши груди бы сварил бы, вот. Но, к сожалению, у нас сегодня, как вы сказали, мистер Носковичек... Сальмонелла пилорамус. Ой, да, это не каждый... Сейчас, подождите, мы подсветочку включим, потому что у нас здесь серьезно вообще... Смак. Да, смак, передача «Смак на колесах». И сегодня, кстати, у нас здесь много эпических персонажей собралось. Долбо-персонажи, блядь. Долбо-персонажи. Вот, и Алла Носковецовна говорит... Да, ну, говорит сегодня, скажите, Алла, что вы сегодня готовите? Да пельмешки мои, хули, не хочу эту сальмонеллу кушать. О, полегче, я сама пробую сегодня. Это вах, братан, братик, а братик. Да отстаньте от меня. Да какой виски с колой? Вы... А сосиску с колой? Вон сосиска. Ой, девушка, подождите. Сейчас наш самый главный эстет вкусовых скажет, вот что это вот такое. Вот. Мы сейчас попробуем. Это пиздец, и я не нашинковали. О, Никита. Ты капустян. Глянь, это вообще пиздец, глянь. Ну когда кусочки три там. Блять, хотите, я вам капусту привезу живую? Бать, ничего себе, я их сварила. Товарищ Носковичек, вон видите, блядь, такую черную хуйню. Вот возьмите ее, пожалуйста. Вот, Сенечка. Вот, и нехуй ножом водить по тефлоночку. А то... Дорогая технология. Кстати, стойте. Дорогая между прочим, тефлон разработали очень военные. Угу. Сначала они спутниковые тарелки из этого делали, да, чтобы... Потом у них сальмонелла пилорамус развилась, да? Ага. Да. Носковичек, посмотрите, пожалуйста, да. Вот. Скажите, а что у вас с глазами? Носковичек Викторович. Носковецова. Да, Носковецова. А вы как вы считаете, вот... Вы, молодой человек, вы вот наблюдаете за этим всем со стороны? Скажите ваше мнение, пожалуйста. У нас ковецов военная хозяйка. Это ваше мнение, да? Я просто жрать хочу. Так, вы просто жрать хочете, а вы, носковец, охуенная хозяйка. А вы, Алла? А я хуёвая хозяйка. Алла Носковецовна, что вы скажете, пожалуйста? Не смогла я, блядь, даже, блядь... Вы не поверите, эту хуйню охуенно с пивом. Чёртову, блядь, близко. Да. Ну, смотрите, Носковичек. Где эта дрочильня, блядь? А, вот она. Подожди, подрочишь быстрее, подрочи. Не надо, уже подрочили. Помогите. Я люблю просто, я люблю пережарить. Да быстрее, давайте. Румянец пошел. Быстрее. Да не надо. Да крути, да нормально, но сейчас будет подрумянить. Лена, не надо, блядь. Да там есть. Ну пиздец, блядь. Ну что ж, чили, давайте, чили подперчили. Все. Вот. Смак на колесах сегодня. Готовим мы просто, блядь, шедевр. Шедеврально, блядь. О, видишь, блядь, румянец пошел. Тихо, да. А как ты думаешь, что вот это вот за штука? Это, мне кажется, что это кончик клитора и какого-то непонятного, как это субстанция. Мне кажется, это урановая ядрышка какое-то. Алла Викторовна, а вы стучите, да, все? А я, короче, еще один рассказал. Ну что ж, вы так делаете. Ебать, она охуенно пельмени приготовила. Вы это... О! Вы
выставить, короче. Дима, что ты делаешь? Заебись. Алла Викторовна. Так охуенно. Не, харе, харе. Ой, ебать. Да тихо, не тихо. Алла Викторовна. Ну да, души, короче, на это. Алла, ты сейчас не сможешь его жрать, он пиздец острый. Да, не острый он. Да, пизда. Давайте, 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 сейчас вам вытрем. Да я сам. Но оно потекло. Это бывает. Алла Викторовна. Ну это бывает, бывает. Все потекло, батя. Все. Я эту салфетку буду теперь хранить. Пожалуйста, не выкидывайте салфеточку. Алла, я хочу посмотреть на твою реакцию. Снимай, снимай, смотри на ее реакцию. Ну что, вкусненькая, батя? Ну да. Тебе не остро? Нет. Я, блядь, это, охуел. Я это слабая, это Алла Носковицына. У меня до сих пор скажите, пожалуйста, это скажите, у дела слабаков. Конечно, у меня штаны всего. Вот смотри, я да, не блин, буду Сеня. Кушать. На, вот да, это Сеня, съешь. Дайте... Да дайте пожрать. Дайте пожрать. Что ты, Алла? Алла Носковицына себе приготовила. Ебать, мне горло жгет до сих пор, а ты кушаешь. Так и не ешь это все. Носковицына. Ну вон будем все кушать. Дайте вот. А я выпью литр на крылечке. А помнишь, ты снимал видео? Покажи сейчас. Какое? Ну, с ним, когда у тебя здесь сидели, не помню, кто был уже, что было, но ты помидоров снимал. Не хватало, блядь. Есть еще суп? Пиздец. И огурцу. Никит. Не, огурцы, так у меня, блядь. Вот с помидорами это было бы, блядь, вообще. Блядь, подожди. Оп-оп-оп. Что за еди? Ой, я тоже хочу. Я тоже хочу, блядь. Вегетарианка, зачем тебе есть? Вот. Не, я ж не жесткая вегетарианка. Жесткая вегетарианка. Какая вкусняка. Елена, почему вы не жесткая вегетарианка? Скажите, пожалуйста. Но носковечек. Ништяк. Голофакра. Это. Не надо. Да, да. Ну я на пути к этому. Пересолил. К жесткому вегетарианству. Ну, блядь. Это знать, называться я ебанутым не нет покоя. Это не мое пиво. Ну не знаю, что это. Похуй. А где крышечка, кстати, от пива? Мне, блядь, наебашу этой хуйни пить. А где крышечка от пива? Как вкусно? Или жжет? Вот сейчас уже жжет. Пиздец жжет, я попробовал и охуел. Он острый, сильный. Блядь. Я люблю острое. Вот смотри, возьми вот эту хуйню, и ты сейчас охуешь, как тебе горло будет жечь. Я тоже был в аху, когда попробовал. Сейчас у тебя начнет жечь, будет пизда. Нет, оно просто соль. Пиздец, да, жжет? Оно соль перекрывает. Я тебе говорю, он острый. Что перекрывает? Соль. Что перекрывает? Я яичник как пересолил. Ой, это ложечка. Я просто люблю острое, чтобы нарезать. Да, я тоже вообще, да? Это вам не шуга-бар. Шуга-бар. Мне нужно срочно чем-то перекрыть, короче, я не смогу. А что, вы не шуга-бар? На пивас. Да, поставь, блядь. Да хуело, мое пиво, блядь, давай. Ну, для благотворительных целей, Никит. Вы, девушка, скажите, вы не охуели ли? Охуели. Охуели, да? Это просто охуеть, как охуели. Я не мог. Блядь, в воде их промывали. Да. Приятного аппетита. Да, Московечек, скажите, как горит? Огонь, огонь. Да тихо-тихо, аккуратно. А, огонь? Огонь. Да поставь, блядь. Ну, блядь, слышь, поставь, блядь, пиво мое. Охуеть, блядь, охерела лошаденька. Вон, стаканчик возьми. За дружбу народу. Да, ой, давайте. Цикинсао, подмацао. Алла Викторовна, Алла Носковецовна очень сильно, ей очень плохо. Она пиздосе, ей очень ей, остро. Да, ей, мы не говорим настоящих наших имен, потому что у нас здесь смак на колесах. И сегодня, опять же, смак на колесах, и да. Мы смотрим ощущения. Тут... Вот-вот, я смотрю на ее реакцию. Реакция у ней просто... Пиздатая будет. Ей будет очень... Да наела, у меня это все за кубки. Ой, ой, там мы увидели только что сисечку. Сисечку. Там сисечки, везде сисечки. Отлично, отличненько. Отличненько. Другой сосочек, ебать, там все прикрыто. Отличненько, да-да-да.
крупным планом. Подождите, подождите. Правда, трясется рука, но ничего. А личик какой красивый. Да, отличный. Это эстетика. Кстати, здесь намного лучше видно, потому что 8 раз приближение. Нахуй печет во рту. Ебать, мы реально дохуя походу играть. Печет во рту. Кошмар. Печенка во рту, блядь. Вот. Все из этой хрени. Это да, да, тебе подарила? Да. Так, господа. На ноге такая же набита, блядь, тихонько. А, Насковецовна, скажите, пожалуйста. Скажите, почему вы смеетесь? Потому что, блядь, Насковецовна, поэтому я сижу. Ну, Насковецовна. Вот, и пиво у нас приобрело, блядь, форму. А если бы твоей женой, я бы тоже была Алла Носковец. Бля, уже да. Выпили одну бутылку, что ли? Как звучит Алла Носковец. Какие у вас слова, девушка, какие у вас, как вы выражаете? Договор, типа, если мы до 30, короче, не выйдем замуж, то я с Носковец. Ты уважаете? Да, да. Фамилия Носковец. С Носковец. Блин, у меня тоже такой уговор есть с двумя людьми. Типа, 30, если мы не женимся, то я буду Алла Носковец. Типа, если я не выйду до 30 замуж, то у меня уже два человека есть, которые мне пообещали. Вот у меня только носок есть. Ну и Сенька тоже, ладно, пусть. Не, просто ты сам говоришь, что ты мой братан и большая хуйня. Да, ты же мой. Ну да. НСС это нормально, мы уже проходили эту историю. НСС-то, блядь. Какой охуительный кетчуп. Кетчуп. Главное, не совращайся этой ёбаной жизнью. Что-то мой любимый кетчуп. Не будь такими, как Катя. Литр на крылечке. Я не буду такой, блин, шлюхой. Ладно, ну короче, и всем скажите по очереди, как вам блюдо? Какое? Нормально. Алла охуенно. Алла нормально. Соленый. Остро пиздец. Нахуй. И в этом мы подходим к концу программы «Смак на колесах». И сейчас подождите, еще человечек хочет сказать. Это была концовка. И всем до свидания. И до новых встреч. Блять, я не снял, это пиздец. Не снял. Блять.